Еще раз добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 9 августа 2018 года. Сегодня я хочу вам показать вот что. Я прошелся по центральной улице и хочу вам показать отрезок дороги от Листопада до остановки 5-я школа. Я обратил внимание, что дорога в этом месте довольно-таки в непристойном и неприглядном состоянии. Будут ли ее ремонтировать? Не факт. В частности, отчетливо видно по фотографиям въезд на автостоянки как с одной, так и с другой стороны к Листопаду практически убиты. Там невозможно нормально проехать на обычной городской машине. Также и сама проезжая часть, там где проходит городской транспорт, в выбоинах, в ямках, каких-то провалах. Почему никто не прилагает усилия к ремонту этих дорог, я не знаю. Имеем то, что имеем. Всем хорошего настроения.